текущем году в Каспийске открылись 3 дополнительные кассы единого расчетного центра. По словам руководства организации, связано это с увеличением города и по просьбе жителей районов. На данный момент в муниципалитете функционируют 17 касс. Кемпинги открыли и на Каменном, и в сторону этого пенсионного фонда. В этом районе, в 3 местах мы чуть-чуть расширились. Если город будет расширяться, мы тоже, соответственно, в ту сторону будем расширяться. Мы планируем еще дополнительно открыть кассы в сторону вглубь кемпинга, потому что там идет застройка, и она относится к городу Каспийску. В дальнейшем будет видно, если будет необходимость, откроем дополнительно там тоже кассы. Помимо этого, уже около года назад в Телеграме был запущен бот ООО «ЕРЦ Город Каспийск», где можно по номеру лицевого счета узнать о своей задолженности. Если такова имеется, то вам придет QR-код, по которому можно будет произвести оплату онлайн. Про Телеграм – это возможность в онлайн-режиме посмотреть свои долги. И есть обратная связь тоже. То есть можно позвонить абонентский отдел, уточнить свои проблемы, какие насыщенные, то есть там начислением, если не согласен абонент, там перерасчет какие-то, может, 354 есть постановление, основание для проведения перерасчета. Многие знают это, но не пользуются. Это все делается бескомиссионно, то есть можно будет прийти оплатить. Единственное, есть внешняя комиссия по газу, которую установили. Сейчас решается вопрос Банка России, чтобы перейти обратно ее на внутреннюю комиссию. По словам Магомедтагира Шановазова, на данный момент уже создано специальное приложение, которое находится в тестовом режиме. Оно позволит оплачивать коммунальные платежи не только через Сбербанк, но и другие платежные системы.